Привет, друзья! Ну что, приготовим опять вкуснятину, которую я вам все обещаю, обещаю, никак не приготовлю. Так, у меня вот такая вот смородина, я пошла собрала самую крупную, заморочилась, обрезала прямо все-все хвостики. Смородину отправляю в мисочку, в которой будем все это перемешивать. Так, еще есть клубничка, вот такая красивая. Еще у меня есть один секретный ингредиент, это зефирчик. Зефирчик вот такой красивый, бело-розовый. Не знаю, я порежу одну или две, может, одной хватит. Короче, не помню, кто уже это решил, зефир добавить, то ли моя племянница Маша, то ли моя Алена, то ли я уже не помню. Мы тут советовались, как его улучшить, сделать более вкусным, более воздушным, и решили, что можно банан, а можно зефир. Так что, слюнки у меня уже текут. Машуля моя уже это готовила, сказала, что очень вкусно. Так что вот так вот распределяем зефирчик. Кубиками его нарезали. Он слепляется, поэтому его вот так вот разбрасываем. Аккуратненько по всем ягодкам, чтобы потом он лучше перемешивался, не был в одной куче слеплен. Понимаете меня, о чем я? Вот так вот. Поэтому будем все чередовать. Так. Сейчас нарезаем клубничку тоже кубиками. В прошлый раз, когда я делала просто клубника, нам очень Сашей понравилось. Мы тут балдели, короче, ели. Каждый день по штучке. Это было очень вкусно. Я думаю, с зефиром она будет более сладенькая. Смородинка даст своего вкуса. Можно, у кого нет уже клубники, например, с одной смородины сделать. Каких хотите ягод, таких можете и делать. Напишите, кто-нибудь делал просто из клубники. Там кто-то писал, что из клубники сдачи обязательно сделаю. Но больше ничего не написал. Готовил, не готовил, понравилось, не понравилось. Мне же интересно. Вот, так, клубничку сейчас сюда. Может, клубника вся и не пойдет, потому что много у меня тут ягод, потом у меня опять не хватит шоколада. Так, сейчас еще одну половинку зефирчика нарезаем. Ой, не могу слюнки текут, потому что еще и к тому же я и голодная. Ой, у меня тут форс-мажор сегодня, пришлось в холодильник размораживать, потому что не знаю с чего. Там что-то сбоку у него там все намерзло, комом лед. Не знаю, как там так получилось, то ли банка прислонилась к этому, к стенке, там, которая... Ну, которая холодит, задняя стенка холодильника. Вот у меня типа сам размораживающийся, но тут какой-то форс-мажор случился. И мне пришлось его срочно-срочно размораживать. Ой, болтаю лишнее. Сейчас потом скажут, одна болтология. Ну что, друзья, нарезала. Смотрите, какая красота. Еще вот столько клубники осталось, и одна зефирка осталась. Но я думаю, что будет много сильно, наверное. Все, иду за йогуртом в холодильник. Вот такой греческий йогурт у меня 2%. Открываем. Так, как обычно, есть немножко сыворотка. Сейчас солью ее. Сыворотка мне тут не нужна совершенно. Все, весь йогурт отправляю в эту свою ягодку. Вместе с зефирчиком. Ну, попробуем, как получится, интересно. Будет ли вкусно, воздушно. Более, а не так, что когда уже полежит, подмерзнет, твердоватый такой. Надо подтаивать. Так, йогурт густой, хороший. Сейчас все перемешиваем аккуратненько. Ой, как красиво. Как красиво. Смородинка, клубничка, йогурт. Ну, я тут, может, лишнее лялякаю, но у меня ж не кулинарный канал. У меня канал о моей жизни. Поэтому иногда я с вами делюсь какими-то десертами, которые мне понравились, или которые я там где-то увидела, или которые там какие-то наши семейные, какие-то интересные. Есть у меня один семейный очень вкусный обед. Все никак не созрею приготовить. Саша говорит, потом мне придется все это есть.
Вот, смотрите, какая красота получилась. Так, все, сейчас выкладываем на коврик силиконовый. Если у вас нет коврика, ну, обязательно досочку под низ. Нету, если у вас коврика, можете на пергаментную бумажку выкладывать. Так. Постараюсь, может, сделать поменьше, тогда какие-то у меня сильно большие лапти получились, потому что я столовой ложкой, а сейчас я взяла десертную ложку, чтобы они были поменьше. Вот так вот кладем. Все, смотрите, какая красота получилась. Сейчас вставлю это все в морозилку на часок, может больше. Короче, как у меня будет время, тогда и займусь продолжением. Видите, какая красота получилась? Вместо смородины можно голубику, можно из одной голубики. Короче, экспериментируйте, как хотите. Думаю, что будет очень вкусно. Пока свободен отсек в морозилке, не занят ягодами, а так у меня уже тут почти все занимается. Клубника, надо уже смородину собирать спелые. Смотрите, все, закрываю быстренько и ждем. Сегодня, видите, по случаю несчастья, видите, какой порядок зато в холодильнике навела. Ой, чистота, красота, все свежо, все красиво. Сколько у меня тут всяких банок, склянок, короче. Нужного, ненужного, финики у меня в холодильнике, все в холодильнике, сухофрукты тоже, потому что моль быстро заводится, короче, орехи тоже, поэтому у меня тут все забито битком, но зато чистенько, красивенько и свежо. Ну все, ждем, когда замерзнет мой десертик. Ну что, друзья, в морозилке почти все застыло, топим шоколад, и я сегодня его потоплю вместе с кокосовым маслом. Ну что, парочка минут и все готово. Смотрите, какая красота. Все, идем обмакивать наш десертик. Ну что, друзья, несну свои вкусняшки. Посмотрите, какие они красивые. Как красиво смотрится со смородиной. И, наверное, так же красиво будет смотреться с голубикой. Ой, что-то отвалило. Все, обмакиваем. И складываем обратно. Немножко стекает лишнее. Так, и опять сюда. И какая же это красота. Обалденная, правда? Напишите, кто-нибудь делал с клубникой или не делал. Ну что, друзья, как вам эта красота? Просто обалдеть, правда? В этот раз у меня шоколада прямо тютелька в тютельку хватило. Ну, чуть-чуть кое-где есть пролысинки уже в конце, когда его было поменьше. Но как же оно красиво смотрится, правда? Обалдеть просто. Ну все, сейчас ставлю морозилку. Одну, которая самая первая, видите, она уже... Пристыла, я думаю, хорошо. Оставляю себе. Делаю цикорий себе с одуванчиком, с молочком. И будем наслаждаться. Все, поехала в морозилку. Будем этим наслаждаться завтра. Красота. Ну что, друзья, цикорий с молочком. Цикорий с корнем одуванчика у меня здесь. Вкуснятина. Отрезаем кусочек. Ой, посмотрите, какая красота. Смородинка, клубничка, зефирка. Ой, друзья, это будет просто бомба. Я так думаю. Гляньте. Гляньте, как красиво на разрезе. Прям смородинка разрезалась пополам. Друзья, зефир придал, конечно, этому десерту просто обалденный вкус и обалденную текстуру. Оно такое более, как вам сказать, более пышное, не такое мерзлое. Зефир не так не замерзает, наверное. Друзья, нежнятина, сладенькая, не кислая, не кисленькая, а уже сладенькая, потому что с зефирчиком.
Боже, как вкусно. Обязательно приготовьте. Вот детям это точно зайдет. Сладкое. Вкусное. Вообще полезное. Детка, можете молочный шоколад, белый шоколад. У меня горький шоколад. Как же это вкусно. Не могу оторваться. Наверное, еще одну съем. Уже заранее сама себе предрекаю. Боже, обязательно приготовьте. Обязательно. Я вам просто-просто советую. Все, друзья. Я вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!